Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня я испекла вот такое пирожное, молочный ломтик. Его очень просто приготовить. Также десерт получается очень нежным и вкусным. Давайте же посмотрим, как я его готовила. Поехали! Итак, сначала приготовим тесто. В мисочку разбиваю 3 яйца. К яйцам отправляю соль. И все это взобью миксером. В яичную массу отправляю сахар и взбиваем буквально 5-6 минут. Масса стала пушистой и посветлела. Теперь к ней отправляем растительное масло без запаха, кефир, и мед. Также мед можно заменить сахаром. Все опять перемешиваем. Здесь у меня мука, к ней отправляем разрыхлитель. Разрыхлитель также можно заменить на соду. Кукурузный крахмал. Ванилин. И какао-порошок. Перемешаем все это. Сухую смесь просеиваем в 3 подхода и вот так перемешиваем венчиком. Просеем еще немного. И перемешиваем. Вот такая консистенция должна быть у теста. Тесто очень воздушное. Выливаю тесто на противень, застеленный пергаментной бумагой. Разровняем тесто на пергаменте. Немного разровняю тесто. Отправляю бисквит выпекаться в духовку на 8-9 минут при температуре 180 градусов. Корж испекся. Он получился вот таким пружинистым. Пальцы не проваливаются. Также можно проверить зубочисткой. Зубочистка выходит сухой, это значит, что корж полностью готов. Теперь я хочу обрезать вот эти края.
Сделаю это с помощью линейки, чтобы все было ровно. Эту сторону тоже подрежу. Перевернула корж на второй кусок пергамента. Теперь этот кусок пергамента аккуратно отсоединяем. Я уже разделила бисквит на две части. Он получился вот таким очень пышненьким и приятным. Приготовим крем. Нам понадобятся жирные охлажденные сливки. Также моя чаша тоже охлаждена. Сначала взобьем сами сливки. Взбитым сливкам отправляю сгущенку. Сюда же отправляю мед, он тоже охлажденный. Опять взобью все это. Намазываю крем на корж. Разровняю. Ломтик положила в полиэтиленовый пакет. Это для того, чтобы он не проветрился в холодильнике. Теперь ломтик отправляю в холодильник на всю ночь. Как вы сами убедились, приготовить такой десерт легче легкого. Готовьте с удовольствием. А мы увидимся в следующих видео. Пока-пока!